У каждой девушки есть такое место, дотронувшись до которого, можно свести ее с ума. Хорошенько. Называется оно? Влагалище. Душа. Какая душа она? Ну это по-любому, это рядом она находится. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Как вам чаечка такая, да? Вот продает себе просто, вот, да, вот по экрану. Ёха, подходи, выбирай, да, вот, блин, цену предлагай, блин, и звони, пиши в комментарии, договоримся, да. Ну, вот я вот, если честно, не вижу никакого другого здесь посыла, так скажем, да. Ну, просто продать себя подороже, да. Ну, а зачем вот она прям демонстративно сидит, как бы ляжки свои галила. Даже не то, чтобы ляжки, там уже чуть ли не видно пещера, Ёха. Ну, присмотрите сюда, Ёхан и Бабай, блин. Ладно, это ее дело, это все, как бы, даже не будем сейчас это обсуждать. Хотя уже обсудили, ну и хрен с ним, да. А чаечки мои, скажите мне, пожалуйста, в комментариях, какое у вас самое сокровенное место, которым, дотронувшись до которого, можно свести вас с ума? Я думаю, что это, ну, всевозможные точки G, но никак не душа. Но мы-то с вами знаем все-таки, да, что если ты затронул душу, пощекотал ее пальчиками, то потом к какому месту ты не дотронешься, она будет, в общем, наслаждаться.